День добрый, приветствую всех на своем канале Самогонщик с Урала. И сегодня хотел бы рассказать о барбатере. Видео не для тех, у кого ректификационные колонны, можете не смотреть сразу же. Видео для тех, у кого обычные самогонные аппараты с сухопарниками, у кого стоят барбатеры. При перегоне зерновой бради многие добавляют сухопарник. Ну, вот так вот, трубочки меди, кто-то скручивает ее, чтобы более очистить от запаха, от всего при зерновых. Но я вот сделал вот такой вот, предлагаю, барбатерчик. Тот же самый змеевик с дырочками и шланг к нему, который подключается непосредственно ко входу. Это все ставится в банку, какую там у вас объема, 3-литровые, литровые. И производится очистка зерновых брак и заодно барбатерчик.